Эпидемиологическая ситуация в мире по особо опасным инфекциям, или, как сейчас принято говорить, инфекциям, имеющим международное значение, нестабильная. Касается это и нашего города. Гродненцы часто выезжают в другие страны, даже на другие континенты. На отдых и на работу к нам также приезжают иностранные граждане. Именно поэтому всегда нужно держать руку на пульсе в отношении многих особо опасных инфекций. В городской центральной поликлинике в нынешний четверг прошли тематические областные учения, целью которого является прежде всего отработка взаимодействия различных служб, я имею в виду амбулаторно-поликлиническое звено, инфекционную службу, скорую помощь и специалистов центров гигиены в случае выявления больного с подозрением на особо опасную инфекцию. В рамках учений была сложена легенда. Якобы женщина, проживающая в Гродно, посетила Республику Гвинею в ходе рабочей поездки. Страна выбрана не случайно. Именно в Гвинее, по последним данным, сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой Эбола. Между тем, в этой республике есть жители нашей страны, которые там работают и возвращаются обратно в Беларусь. Таким образом, согласно легенде, учения начались с амбулаторно-поликлинического приема, обращения в поликлинику заболевшей. Когда врачами было выявлено подозрение на заболевание геморрагической лихорадкой Эбола, одновременно включается весь комплекс мероприятий с демонстрацией практических навыков. Практические навыки. То есть практически мы будем отрабатывать все действия медицинских работников в процессе выявление подозрения в поликлинике, скорая помощь будет показывать свои действия, инфекционная больница будет рассказывать о том, как будут разворачиваться госпиталя для госпитализации больного, контактных. Центр гигиены будет демонстрировать работу эпидемиологической бригады и ДЭС-бригады. К слову, учения такого уровня проводятся часто, причем в каждом лечебном учреждении нашего города. Подобные мероприятия необходимы, ведь экзотические болезни встречаются и у нас в стране, вызывая эпидемиологическую опасность. Если не уделять им должного внимания и не знать основных клинических проявлений, это может привести к вспышкам заболеваний. Наталья Иванченко, Сергей Печерица, новости Гродно+.